Всем привет! С вами Исхан Нобагейминг и игра Ведьмак 3. Дикая охота. Да, так, решил я все-таки пойти по сюжету дальше. Точнее, мне надо в Каэрморхен попасть. Вообще-то, на самом деле, а не по сюжету. Но чтобы попасть в Каэрморхен, надо по сюжету продвинуться, я думаю. Поэтому сейчас выполним задание уродец. Пойдем в Каэрморхен. И там я, наконец-то, все-таки, надеюсь, я смогу получить вот эти вот доспехи волка. Тут, блин, я хочу собрать их все. На них посмотреть. А то вот я посмотрел на доспех кота, он мне не понравился, потому что, ну, слабоват он. Конечно, уворачиваться в нем очень легко, легче, чем в грифоне, но неудобно, не нравится мне, больше грифон нравится. Надел я доспех медведя, вот в котором сейчас нахожусь, отличный доспех медведя, школа медведя, не нравится мне. Защита хорошая, но вот уворачиваться в нем, зашибешь, вон сколько он меня энергии тратит на один ворот, то, блин, зашибешь, еще и восстановление тоже тяжелое. Тяжело идет. Вообще, так что я хотел бы вернуться к грифону, но грифона одеть я не могу, так как он у меня улучшен до мастера. А одеть его можно будет только на 34 уровне. А у меня 30 уровень. Так что попытаюсь тогда еще доспех волка скрафтить себе. Да это надо в Каэрморхен отправиться. Хотя я еще в Скеллиге не все изучил, блин. Что тоже нехорошо. Но думаю, это потом можно будет сделать. Так, вот он, сержант. Я по делу. Но... Я пришел забрать Уму. Ты хотел сказать, что пришел просить моего согласия, чтобы его забрать. Сейчас я тут правлю, стало быть. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. Но тогда твое ослепительное правление оборвется слишком рано. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Геральт, ты что такой дерзкий? Резкий-то ночь. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему, и с катертью дорога. И много благодарен. Что-то Геральт какой-то не в настроении, походу, сегодня. Ну и тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Где у нас конюшня? Где-то там. Ну пойдем заберем Уму. Где он тут, Ума? Вот конюши. Я забираю, уродца. Нет такого. Нет, в смысле? Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Ха. Найди себе другое развлечение. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Открывай дверь, живо! Да, Геральт точно сегодня не в настроении, я смотрю. Опа, не понял. Последнее желание провалено. Почему провалено, я не понял. Привет, малыш. Слышь, это что за приколы такие? Я не понял, а почему оно провалено? Я же ничего не сделал. Что-то это вообще не смешно, вот я не понял. Мы на ней поедем в Каэрморхен. Ну, пойдем. А пойдет ли? Пошел. Бля, почему у меня задание провалено оказалось? Залазь давай, уродец. Он за крысой идет, а не... Что за... Хватит дурачиться, едем. Сельмус. Почему последнее желание провалил? Понял, прикол. И что, ты так всю дорогу с этим уродцем ехал, что ли? Опа, это кто там у за мной гости. Едет? Нильгардцев? На нильгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен.
Это с чего бы это? Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ну охуя мне это надо. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. А что ему от меня надо, я не понял. Моему императору, любому. Все-таки почему последнее желание провалено, вдруг резко стало? А третья армия возьмет Банглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Банглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете? А, может, поэтому провалено задание, что Йеннифер... Кажется, я понял, почему задание провалено. Йеннифер? Еще издевается. И это тут поясничает. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. О чем это? Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ стража? Оглянись, мне достаточно кивнуть. Ну, Геральт. Слушаю тебя. Это... Этот человек – ключ к поискам Цири. А, это же папаша Цири, бля. Нахуй я ему грубил? Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Рапорт? Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Только сейчас это понял. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Кайдмил Фолия, Глайдив Дорне Айптенайт, Бундроитне Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половина условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. А с чего бы я должен ее тебе приводить? Хотя... 2000 крон, нихуя ты богатый, где...
Блин, вот тут, конечно, вот дилемма. Я не знаю, чем у нас все закончится эта игра, но чисто вот мое мнение каково. Цири, она, конечно, хочет быть ведьмаком. Не хочет править, все такое. Но... В империи должен быть свой правитель. К императору нужна дочь. Она его дочь все-таки. Блин, не знаю даже. Ну, пусть будет так. Пусть будет так. Аудиенция окончена. До свидания. Не знаю. Мне кажется, я, конечно, понимаю желание Цири быть свободной, стать ведьмаком. Но у нее есть долг. Блин, уже дилемма какая-то. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак, а... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Она что, обиделась на то, что я не выполнил задание, что ли? То есть не помог ей? С чем-то мне надо было помочь-то? То, что случилось на Скеллиге. Оставь, Геральт. Не о чем тут говорить. Да, она, походу, обиделась, то, что я не пришел и не помог. Пожалуйста. Да, она, походу, обиделась. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя Сумой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. А, это да. Шкатулка за колдунку. Я поехала. Ну, извиняй, Йеннифер. Все равно нам не по пути. Хотя все равно непонятно, почему задание-то провалено. Наверное, потому... Может, потому что я ушел со Скеллиги раньше, чем зашел к ней, что ли? Поэтому, может быть. Тоже был. Ну и хер с тобой, Йеннифер. Все равно... Ничего бы у нас с тобой не получилось. Это еще такое? Вот это приколы. Успокойся. Белохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Угу. Давайте посмотрим на Каэр Морхен. Какой он сейчас теперь? Вы в третьей книге, а? Вы в третьей игре. Бля, ну, по-моему, в еще худшем состоянии, чем был. О, кого ветром принесло. Долго тебя не было. Старик. Долго. Здорово, старичок. Че это он развлекается? Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. А че ему еще делать? Так, что у нас тут? Множественные деформации. Глаза, уши, ноздри, заячья губа. А это... Че это он паникует? Тише, тише. Вот холера, права была Йен. Не красавец он, конечно. Нафиг не сделаешь. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важные занятия. Что может быть важнее? Ремонт дома. Йен уже здесь? Здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт,
Я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Видимо, нет. Я тоже об этом думал. Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Так что задумала Ян? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно. Рад, что ты тоже так считаешь. Да, я уже... Геральт уже одумался. Точнее, я его заставил думать. Это была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... Тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на вилохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Но а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Придется, значит, мне, походу, с пищащей штукой бегать. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Да мы уже поняли, что облажались. Нехорошо, конечно, получилось. Ну, помочь себе Йеннифер с... Почини мегаскоп. Нет, давайте лучше Йеннифер напоследок ставим, а то она не в духе. Давайте поможем Ламберту, наверное. Нет, давайте сохранимся. Все это у нас потом, мы сейчас уже пришли же в Каэр Морхен-то, да? Значит, все вот эти задания будут уже в следующем видео. Ну а сейчас мы, наверное, это мы закончим. Блин, почему у меня задание провалено? Может, все-таки начать с последней загрузки вот это? Блин, попробовать пройти последнее желание лишнее. Нахер. К черту ее. Не нравится, обидела, ты фиг на нее. На эту Йеннифер. Будем дальше идти по сюжету, то есть в Каэр Морхеном заниматься. Че я хотел? Заказы вот эти вот ведьмачьи доспехи собрать. Да, этим я и займусь. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.